Пойдем, Макс, пойдем. Пойдем, пойдем. Какой-то мужчина, сейчас он нам скажет вообще зачем. Он нам сейчас скажет, что делать, да? Сначала мы точно попали в аварию. Потом Макс... Я вообще ничего не понимаю, я думаю, сейчас застрянем и все. Понимаешь? Все время мы тут сюда ехали, потом это да. Сейчас какой-то мужчина. Салютики. Это, походу, точка сохранения, да? Что нам делать, вы знаете? Засовимся. Да, я вот здесь работаю. Кем? Меня зовут Шухрат. Очень приятно, я Шу. Очень приятно, да. Меня зовут Макс. А, хозяин просил бараны продать. Ага. Продать? Я сам не успеваю, время мало. Ага. Слышал, что вы помогаете, у вас телевизор показывает. Можете? Да, мы эксперты, не переживайте. Покупателя больше будет. Качество перевод. А что нам надо, сейчас что делать? Вот сейчас один человек оттуда будет гонять, а одну сюда. Вот загон надо закрыть, вот каких надо будет поймать, можно будет. А-а-а. Вот все, этих, да? Вонючих баранов? Да, это не вонючие, это же хороший баран. Хороший? Да. Проверенное качество? Да, качество хорошее. И что, нам уже надо идти? Да, можно, вот идите один человек. Ладно, оттуда. Пойдем к себе. Один отсюда. Вот давай. Потихоньку гоняет, туда загон заходит. А я боюсь. А, пойдем, не пойдем. Не а как мы будем это делать? Да. Надо какую дикцию. Я боюсь. Ты давай отсюда, я отсюда. Давай, давай, давай. Чу. Я иду, иду. Иди сюда. Что такое? Иди сюда, сюда. Сюда, сюда. Да, 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 да. Все. Ты тут, сестра. Тихо, тихо. Вот здесь, куда я иду, туда. Да. Да. Что, охренели, что? Стой там! Что делать? А? Идем.
давайте его. Ты главное передави его, чтобы он дышал. Тихо. Я держу. Тихо. Сейчас, короче. Давай. Быстрее. Закрывай. Она не закрывается.